Почти 500 000 дел рассмотрели суды Ставропольского края в прошлом году. За что чаще всего судили ставропольцев в 2017 и для чего в этом году в залах заседаний районных судов появятся дополнительные скамьи? Итоги работы в цифрах и жизнь судебного корпуса края изнутри в программе «Дело номер». В студии Ирина Ивановская. Здравствуйте. Самым распространенным в крае преступлением остается кража. Об этом и многом другом говорили на совещании, которое провели судьи края. Там подвели итоги работы за прошлый год. Сколько дел рассмотрели служители Фемиды в 2017-м и какие новшества ждут судьи в 2018-м, расскажем прямо сейчас. Самым распространенным в крае преступлением остается кража, рассказал главный судья Ставрополья на ежегодном семинаре-совещании. При этом общее количество таких дел в судах региона снижается. В прошлом году их поступило меньше 3500, тогда как в 2016-м чуть меньше 4000. Если оценивать категории преступлений, то выросло число противоправных деяний в области экологии против представителей органов власти, а также разбоев и мошенничеств. Меньше стало дел по преступлениям экстремистской направленности, делам частного обвинения, присвоению или растрате и изнасилованиям. Всего же судьи региона в прошлом году рассмотрели почти 470 тысяч уголовных, административных, гражданских и иных видов дел. Больше 470 тысяч. Это, знаете, 500 000 судеб с 500 000 решений, которые вы выносите, исходя из требований законодательства. И я хочу за это сказать спасибо. И, как и прежде, самая большая нагрузка на мировых судей. Выросло и общее количество поступивших дел. Этот показатель 2017 года почти на 9% больше, чем в 2016. То есть рост, значительный рост произошел за счет увеличения количества гражданских дел. О чем говорят эти цифры? Эти цифры говорят о том, что население нашего края стало больше доверять судам и ходить в суды, отстаивать там свои права. В целом, подытожил главный судья края, год завершили с хорошими показателями. Профессиональную работу региона отметили и высшие инстанции. Дела рассматриваются качественно, особых нареканий в вашу сторону по работе не имеется. Из достижений – новое здание Георгиевского городского суда. Кроме того, впервые вновь назначенные судьи принимают присягу в историческом музее «Россия. Моя история». Обновляется кадровый состав судей, улучшилось взаимодействие со СМИ, отметил председатель Ставропольского краевого суда Евгений Кузин. К тому же все готово, чтобы с 1 июня этого года заработали суды присяжных заседателей. Сейчас отправлять правосудие по ряду категорий дел в районных, городских и гарнизонных судах будут не только судья, но и 6 присяжных заседателей. Это очень хорошо, это увеличивает участие и расширяет участие населения нашего края в отправлении правосудия. И, конечно, на подведении итогов не обошлось без наград за качественную работу и вклад в развитие судебной системы. Что делают присяжные? В основном сидят и слушают. Сторону обвинения, сторону защиты, потом прения. И записывают это в специальные блокноты. Оценивать и разбирать то, что услышали в зале суда, присяжные заседатели могут только в отдельной комнате. И только после этого судить. По законам совести. Суд присяжных используется в рассмотрении серьезных уголовных дел. Однако будет ли дело рассматриваться с их участием, решает сам подсудимый. Только он имеет право попросить об этом. Суд присяжных состоит из коллегии в составе 12 заседателей и одного профессионального судьи. Одна из его задач – создать условия, чтобы стороны представили свои доказательства присяжным. Залы, где слушаются такие дела, немного отличаются от обычных. В первую очередь здесь должно быть обеспечены условия для расположения коллегии присяжных заседателей. Это так называемая скамья присяжных заседателей, где будет сидеть основной комплект присяжных заседателей, и скамья для запасных присяжных заседателей. В остальном расположение сторон в зале заседаний самое обычное. Скажем, здесь находится прокурор и потерпевший. С этой стороны находятся у нас адвокаты. Ну и в изолированном помещении у нас находятся подсудимые. Это те, которые находятся под стражей, естественно, на период рассмотрения дела. Для начала судебного процесса нужно отобрать самих присяжных из списков, подготовленных муниципалитетом. Определенные присяжные на определенное дело выбираются случайным образом. На подготовительном заседании проходит дополнительный отбор, в котором участвуют судья, подсудимый и обвинитель.
Отбор фактически производят стороны, участвующие в процессе. Это подсудимый и его защитники, адвокаты, а также прокурор и потерпевший. Стороны процесса могут отклонять кандидатуру присяжных, если они им по какой-то причине не понравились. Однако без мотивировки каждая сторона может отклонить не более двух кандидатов. После того, как коллегию сформировали, ее члены избирают председателя из своего состава, а затем приносят присягу. Они обязуются честно и беспристрастно рассматривать данное дело и не оправдывать виновного, и оправдывать невиновного. И по сути, после этого к началу слушаний по конкретному уголовному делу все готово. Им раздается присяжным заседателям блокноты с ручками, в которые они записывают то, что происходит в зале судебного заседания, непосредственно какие доказательства представляются, какие экспертизы их следуются, какие показания, кто о чем говорит. Переговариваться между собой в зале суда во время процесса присяжные не могут. Если у присяжных заседателей во время судебного заседания возникает вопрос, то старшина коллегии присяжных заседателей передает записочку через секретаря судебного заседания председательствующему. И председательствующий, если считает необходимым, если не отводит этот вопрос, задает этот вопрос либо свидетелю, либо эксперту, либо подсудимому. Для вынесения вердикта присяжные заседатели удаляются в специальную изолированную комнату, совещательную. Что же происходит дальше, как заканчивают свою работу присяжные и какие изменения ждут суды присяжных по всей России с 1 июня этого года, узнаете в следующем выпуске. Ожидая в коридоре начала процесса, посетители промышленного районного суда Ставрополя вместо обычных для серьезного учреждения инфостендов могли полюбоваться на яркие изображения. Рядом с залами судебных заседаний появилась небольшая картинная галерея. Все работы выполнены юными художниками. Экспозиция небольшая, но весьма познавательная. Почему выставочным залом для них стали коридоры районного суда, смотрите прямо сейчас. Все в точности, как в кабинете. На рабочем месте компьютер, шкаф, аквариум, а также дела, дела и еще раз дела. На столе, в шкафу, на любой горизонтальной поверхности есть папки. А значит, у мамы на работе много важных дел. Она трудится в одном из районных судов краевого центра. Дочка, Диана, не часто здесь бывает, но ее наблюдательный взгляд непрофессионального художника отметил именно эти детали. Каждый видит по-своему и воспринимает по-своему. Мне захотелось изобразить маму на рабочем месте. А Илья всего раз был у мамы на работе, на большом заседании суда. Но этот визит подарил ребенку незабываемые впечатления. И в основу рисунка мальчика легли именно они. Потому что у нее такая сложная работа. И мне так этот момент понравился, вот что она сидит и когда судит. Сложнее всего, рассказывает Илья, было изобразить маму. Требовалось много деталей. Много времени ушло на то, чтобы нарисовать мантию. А особое внимание в рисунке юный художник уделял цвету. Здесь флаг, герб красный. И это знак справедливости. Да, и приговор, когда она держит. Экспозиции из детских рисунков расположились в промышленном районном суде города Ставрополя. Но реакция посетителей серьезного и совсем не детского учреждения на такую картинную галерею только радует, рассказывают сами сотрудники суда. Посетители, которые к нам приходят, конечно, очень удивлены, то, что у нас на стенде находится не расписание дел, которые пройдут в день заседаний и так далее, а именно детские рисунки. И мы смотрели, что восторгаются, все удивлены. Промышленный районный суд провел конкурс детских рисунков «Моя мама и папа работают в суде». 14 человек, мальчишки и девчонки от 3 до 17 лет, с удовольствием приняли в нем участие. Вы должны гордиться тем, что ваши родители работают в промышленном районном суде города Ставрополя. Почему? Потому что наш суд районный, он самый большой суд в Ставропольском крае. Кроме того, что он самый большой, он еще и напряженный, и сложный. Но я думаю, вы это знаете, потому что вы своих родителей дома видите редко, да? Достаточно. Поэтому спасибо вам большое, что вы приняли участие в этом конкурсе. Каждый из рисунков изображает родителей, маму или папу, за работой. Итоги конкурса подвели прямо в одном из залов заседаний. И, конечно же, наградили талантливых и внимательных маленьких художников. В номинации «Реалистичность» награждается Дебелый Дмитрий. Все пришли к мнению, что мама очень похожа. Поэтому реалистичность.
точное совпадение, особое видение, справедливое решение, оригинальность, мастер на все руки, лучезарная улыбка и так далее. Для каждого участника нашлась своя номинация. К номинациям мы подходили очень серьезно, причем практически все работники суда и все судьи. То есть мы заходили, опрашивали, какая ассоциация возникает у вас при взгляде на один рисунок, на другой рисунок. И потом общим мнением мы выбрали номинацию, которая наиболее подходит к конкретному рисунку. К слову, сам конкурс и выставку этих картин приурочили к юбилею судебной системы в Ставропольском крае. Эту дату в регионе отмечают 17 апреля. В этом году уже в 150-й раз. Что ж, правосудие – это не только буква закона и сухие приговоры. Мини-картинная галерея в коридорах районного суда – часть внутренней жизни судебного корпуса. Еще больше об обратной стороне одного из самых наименее публичных учреждений в следующих выпусках. А на этом я с вами прощаюсь. До встречи в следующий четверг. Оставайтесь с нами.